Для того, чтобы продемонстрировать вам новинки цифровых фортепиано от компании Yamaha. Одна из новинок – это замечательная портативная фортепиано P45. Оно также имеет два цветовых варианта – черный и белый цвет. Это портативная фортепиано начального уровня. Оно имеет довольно-таки невысокий ценник, при этом здесь высококачественная клавиатура, взвешенная, как и любого фортепиано от компании Yamaha. Здесь мощный звуковой движок GHS, здесь 32-нотная полифония, 10 различных тембров, стереосэмплирование использовано в движке. Конечно же, имеется возможность подключить этот инструмент к компьютеру. Ну и кроме того, здесь имеется встроенная акустическая система из двух колонок, каждая из которых выдает 6 Вт. Данная модель продолжает серию P. Предыдущая модель этой линии была P35. Для тех, кто знает, что такое P35, это новая модель, которая продолжает тенденции Portable Piano от Yamaha. Чтобы послушать инструмент, оставайтесь на связи. Прямо сейчас вы это услышите. Но я напоминаю, что с вами Music Mag TV. Следите за нашими новостями.